Да ебаный в рот. Два, ебажуя, блядь. Ты зае... Чё они делают? Пора... Тихо. А это? О, идем, 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 идем. Да, блядь. О, идем, все. Блядь, да не толкайся нахуй. Они брейкдансеры. Да вообще заебись. Они поднимаются и кружатся на месте. Ну и чё? Давай сюда. Бля! А как их поднять? Слушай, дубль два, теперь ты идешь. Нет, нет, давай. Я, ладно, я тебе скажу, я свиней привел. Так что, двух. Две? Да, две. Так что это твои. Это тупо твои, пацаны. Сделай еще одну пшеничку, а? Как я тебе ее сделаю? А то это бракованная какая-то. Это нормально. Блядь, я как их потащила. Петров. Ну ты когда их только перевел через реку в первый раз, там была дорожка, как бы я тебе дам подсказочку, так сказать. Там? Да, там вот, там можно было подняться. Есть, конечно, дальняя дорога, если вот так вот идти, прямо там потом вверх нет, поднимаешься. Я знаю, да. И там выйдешь, где вот каменная у нас, все. Они тебя не смотрят. Я не могу, блин. Ну иди сюда, она. Я не могу уже, прям. Это реально какой-то цирк, блин. Шипи-то нахуй. Рэпга, да ты этой травой или как, пшеницей. Да слушай. Она... Да ты меня заебал. Они увидеть ее должны, я не... Ну вот они видят, ну ты как бы убираешь. Убей скелета, двоих. Не, скелета. Не убил. А он отошел, скелет отошел. Там два скелета. О, смотри, лучники. Там еще баран на горе. Слушай, тебе придется его взять. Нихуя. Ой, меня еще и скелет. А, скелет. А, убей его. Я в овцу могу попасть. Нихуя. Нет, вот как раз таки его самого. Ты должен третьего барана взять. Тогда я тебе кое-что дам. Там еще скелет идет. Баранов не убей. Сука, убей скелета. Я пытаюсь попасть. Там еще скелет идет. Я знаю. О, зомби идет, крипер. У меня аж вылетело нахуй. Я кашляю, чел. Опять, блин. Стой возле овец. Ну стою, там на горе баран. И там еще два скелета. Нам надо третьего барана забрать тоже, по-любому. Нахуй. Да нужен. Нахера? Ну надо, так быстрее разовьем их. Так их будет три. Давай сначала двоих, а потом третьего отдельно, нахуй. Ну, как хочешь. Просто я за свиней ответил. Крипер, сзади, крипер! Тебя, не взорви баранов!
Он застрял в баране. Сейчас я ему вот так вот помогу выйти. Не надо! Скопадайте ткань. Там скелеты. Назовем это место Долина Лучников. Куплен, всё, Сага, сейчас тебе на! Стреляю! Спаси меня! Там еще один на горе. Посрать на баранов, спаси меня! Ты сверху десантик! Да как, умните! Ну я в них стреляю по чуть-чуть. Одного убил! Могу это похвалить, да, себя? А второй-то умрет. Второй умер, все. И наверху есть еще один. Но я его, ладно, так уж и быть, немножко отпугну отсюда. По башке-то ему прилетит. Я пройти не могу. Куда ты пройти не можешь? Тебе. У меня зомби и паук. Передо мной. Ну, значит, это, сражайся. И еще и скелет, сука. У меня тоже скелет, но в него не летит стрела. А у меня еще и зомби появился. Еще один зомби! Я бегу! 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 Слушай, тебя, короче, ждет тут это веселье. Мне бы еще в зомби попасть, но стрелы, блин, я не знаю. Стрелы-то бесконечные почему-то. А, все, он шел и ушел. Смотри, там. Да, ты еще того бьешь, он новый к тебе уже идет. Погоди, почему это новый? Ну, это потому что новый, он зареспавнился. Саня, блядь, у меня сейчас два барана уйдут в лес. Ну, пусть идут, у меня два зомби. У меня сейчас жизни уйдут. Так, все. Во, у него на шипы зачарование. Или что это? Почему у меня? Ну, короче, поедим. Единственный вариант вот это вот жрать. И стрелять с лука. Пасть бы еще такой. Все, сейчас умрет уже он. Ты продвинулся с баранами? Ага, обязательно. Давай вот этих сейчас убьем, и все будет зашибись. Я всех баранов тебе принесу. Обещаешь, да? Обещаю, если там проход будет. Какой меч выкинуть? Ты чё? Там и без прохода ты будешь меня нести их. Я свиней нам принес, так что надо и тебе баранчиков. Все, убил наконец-то. Вон на горе еще. А куда они убежали? А, вон они в лесу. Я двоих вижу, третьего не вижу. Третий вон на другой горе. На какой? На которой я стою. Это где? Ёбаный в рот. Ну так он величаво так стоит прям. А тебя что-то прям не видно. Я иду. А, ну вот, сейчас видно. Ой, я дойду. Сука, блядь, заебал. Вот, смотри, ты можешь или сюда, и потом еще и зайти. Да я вижу уже проход, но мне нахуй нужно этого барана. О, тут крипер. Блин, не могу прокашляться. Что с ними происходит? Да, ну ты этим, покажи им, да, замани их. Да сука! Третий спускается, смотри, он решил тебе помочь. Он убился. А, нет, не убился. Я подумал, что он упал вниз просто. Не может это терпеть уже. У тебя что-то все сложно.